Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать о своем недавнем путешествии, о котором самые внимательные подписчики уже знают из нашего сообщества ВКонтакте и страницы в Инстаграм. Это поездка в Италию в городок Бассано-дель-Граппа. И основной целью был завод, где производятся котлы Бакси. И, кстати, не только котлы. Началось все вот так. Это я в городе Воронеж на ЖД вокзале, с которого я отправился в Москву, ну, как бы это смешно ни прозвучало, на комфортабельной электричке. По прибытию в столицу я решил, что надо добавить немного приключений и устроил себе пешую ночную прогулку. За пару часов я побывал на набережной Москвы-реки, у храма Христа Спасителя, на Арбате. Это было лучше, чем просто просиживать время в аэропорту, в который я уже прибыл в районе 3 часов ночи. И, конечно же, хотелось бы сразу сказать спасибо компании Бакси за это приключение. И, наверное, я много раз буду говорить спасибо компании Бакси сегодня. И все это благодаря программе Бакси Клуб. Лично мне жалко, что в 2018 году главным призом является не поездка в Италию на завод, а котел. Хотя, возможно, для кого-то это более важный приз. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Делитесь своим мнением в комментариях, какой приз для вас более интересен и поясните почему. Это будет интересно не только мне, а также и самой компании Бакси. Возвращаемся к самому путешествию. Самолет, на котором мы прибыли в аэропорт Венеции, из которого на автобусе мы отправились в Бассано. Дороги у них намного лучше, чем у нас. Въехав в не очень приметные ворота, мы оказались на производстве, на территории завода. Я даже сразу не заметил знаменитую водонапорную башню. Сделав групповую фотографию, мы отправились в производственные цеха. И сейчас вы, наверное, думаете, что увидите видео о производстве. Нет, этого не будет. И все это из-за конфиденциальной политики компании в Италии. Но благодаря моим друзьям из компании мы сейчас можем увидеть фотографии производства. Здесь мы видим производство. И если не углубляться в детали, самое важное здесь – это даже не ручная сборка котлов. И не то, что компания делает свои горелки, хотя это тоже очень важно. Но более всего мне запомнилось 100% контроль за всем произведенным оборудованием. Если быть более точным, все оборудование проходит опрессовку, проверку всех систем безопасности, а также производится настройка газового клапана, а именно поэтому в новом котле мы можем увидеть обгоревшую камеру сгорания и наличие воды в контуре ГВС и отопления.
еще несколько котлов из партии помещаются в специальную комнату, так называемый ОТК, где один месяц работы котла имитирует один год работы у потребителя. А еще хотелось бы рассказать о безэховой комнате. В этом плане компания, наверное, единственная, у кого есть собственная. А большинство производителей обращаются в сторонние лаборатории. Данное помещение служит для проверки уровня шума, издаваемого котлом. В ней расположены сверхчувствительные микрофоны, которые производят замеры. Перед экскурсией по самому производству мы посетили небольшую презентацию. Побывали в учебных классах, где готовят сервисных специалистов. Ну и, конечно же, музей продукции компании Baxi.
Впоследствии нас ждала экскурсия по городу Бассана-дель-Грапа. И все это в первый день поездки. Последующие дни нас ждали восхитительные экскурсии по городам Венеция и Верона. Вот так это было. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
now take it slow, relax, turn the engine off and feel the pumping flow under your feet. Now take it slow, relax, turn the engine off and feel the pumping flow under your feet. Now on the floor there is no exit. Get ready for the time of your life. Get ready for the music all night long. Get ready for the time of your life. No one drink and have, and just the same for the other, please. All about those nights on the road again. We got much more dollars than you can ever, ever, ever dream about. Еще хотелось бы сказать спасибо за фотографии с производства. Спасибо. Слышишь? Спасибо. Вот такая вышла интересная поездка. А теперь перейдем к самой приятной части. Приехал я не с пустыми руками. И вот таких вот два рюкзачка, набитых мерчом от компании Baxi, через неделю мы будем разыгрывать на нашем канале. Для того, чтобы участвовать, как обычно, три самых простых условия. Быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий, из которого будет понятно, что вы участвуете. Дерзайте!
И пусть удача будет на вашей стороне. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться также на наши социальные сети. Все ссылки, как обычно, в описании. До встречи!